Вопрос от Натальи. Существует ли понятие классическая живопись, классическая техника живописи? Да, но это классическая живопись. С появлением импрессионизма прихватила у импрессионизма часть приемов и способов. Это ритм в картине, которого раньше не было в такую меру. Вы видите, вы помните, у импрессионистов ритм прямо зашкаливает, а академическая, классическая школа тоже прихватила это. Синие тени, да, тоже прихватила классическая живопись. Если до этого тени были правдоподобные, то теперь они преувеличенные, эти синие, сиреневые тени. У экспрессионизма взяла набросковый подход, ну и у импрессионизма набросковый подход к живописи, оставаясь тоже классической. Так что да, все подхватило, усложнилось. Ну, собственно, как и музыка, вон как усложнилась в наши дни. Просто классикой за последний век классика настолько, столько в себя впитала, что как бы непонятно, где уже классика, а где модернизированное искусство. Так что, ну как-то так.